Приветствую вас на канале Asmode Play. Мы играем в Lara Croft Легенда. Итак, мы находимся в Перу. Да, сейчас подождите, что у меня? Оружие. Смотрим. Вот так. Можно же их толкать? Можно толкать? А, можно их пинать. Ну-ка давай-ка. Потому что я даже не знаю, может у них что-то запляпано. Вот в эту штуку мы проваливались. По видеоролику было видно. Ну залазь. Эти бочки с водой должны разлететься от пуль. Даже не знаю, почему я здесь все разрушаю, но я принял это решение. И оно не оспаривается. Так, вода. О! Нашел. Бочка была взорвана, да? Я должен нырять. Ныряем. Давай, 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 давай. Быстрее, 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 быстрее. Вот так, набираем кислорода. Давай, 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 давай. Ну. Еще ниже. Вперед, вперед, вперед. Бегом, бегом. За кислородом. Так. Давайте. Вот сюда нам. Блин, так-то... Вот здесь-то маяться надо. Так, здесь можно сохраниться? Давайте сохранюсь, чтоб не плавать 10 раз. Так. Я как понимаю, их надо все открыть. Еще одна, подождите. Я думаю так. Давай, 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 давай. Что-то я сделал. Ну давай, выплывай. Я понять не могу, почему ты подыхаешь.
Надо успеть, да, значит? Ну-ка. Ныряй. По две штуки будем делать. Выплыви ты. Нам последний осталось. Давай, 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 давай. Вот так. Отчет был просто. Сейчас тебе хватит кислорода на все. Ну, по крайней мере, должно хватить. Не знаю, куда я тут заплыл-то. А, он через то верхнее окошечко. Черепаха или рыбка. Это то, о чем я думаю? Это анахронизм. Это принадлежало Аманде. Кроссовки сами по себе с ноги не сваливаются. Расшнуровано. Я и не предполагала, что она могла выжить. Там было полно воды. Может быть, ей не удалось. Но там брешь какая-то была в стене. Что тут есть? Не понимаю. Так. Воды много было. Монстр тут был, вот что тут было. Кстати, вот этот камень двигается? Нет, не двигается. За решеткой нету ничего. Сейчас, подожди ты. Вот он. Он не мог не быть. Ну почему-то один. Может, где-то наверху есть и второй. Ну-ка, вот так, хоп. Вполне вероятно, что он, допустим, там он мог находиться. Как-то поднять, как-то подняться, я не знаю. Ладно, давайте. Ну давай, выходи. Здесь рассказывается история последней королевы Тиванаку. Ее отец был королем, но она потерялась, и ее воспитал воин. Королевой она стала после того, как шаман по имени Тунупа узнал о ее королевском происхождении. Тунупа – это одно из имен Виракочи, их бога Созидания. Шаман привел ее к озеру Титикака, где она получила от него посох, обладающий великой силой. Согласно мифу, Виракочи изначально жил в озере. Бог водопроводного дела. Она привела свой народ к миру и процветанию. Но после долгих лет мудрого и справедливого правления снова началась борьба за власть. Вскоре Тиванако умерла, и корабль унес ее тело в рай. Ничего не напоминает? Легенда о короле Артуре. Да, сходство потрясающее. При чем здесь король Артур? Одна и та же история. Ребенок, не знающий, что в нем течет королевская кровь, сходит на трон при помощи друга-волшебника и его магического меча или посоха, а впоследствии его забирают в рай воплоти. Многие культуры имеют схожие мифы. Например, Великий Потоп. Он встречается везде. Блин. Рассусоливай. Ну, я думал вообще-то, что это будет. Какая-нибудь плита-загадка. Ладно.
Не могу забраться, так, хорошо, понял. Так. Тут ничего нету. Да. А как здесь? Ага, прыгать. Туда тоже не подняться. Поднимаемся здесь. И опять тем же самым способом передвижения. Веревка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте куда-нибудь сюда, я не знаю. Блин, вот отсюда скатиться можно. Че, я иду, она сама же идет. Лара, выбирайся оттуда. Как они вообще держались? Так, гидроклавишами. Да, а я наоборот вниз нажал. Ладно. Давайте-ка еще разок. Она прыгнула. Блин, ладно, не успеваю. Вот теперь я хоть знаю. А ты думаешь, что мне все время вверх тут лежать? Лара, выбирайся оттуда. Давай. Прыжок. Давай. Вверх, вверх и направо. Ух, отличная работа ног. Ну, спасибо тебе. Но тут потрясающее место. Так просто. Мне кажется, здесь стоит использовать поисковый режим твоего бинокля. Возможно, ты прав. Давай. Да я знаю, что тоже хотел его использовать. Тут как-то можно обратно же туда. Вот это я могу передвинуть. Хорошо. Можно передвинуть. Это механизм. Это механизм. Это механизм. Понятно. Так. Смотрим, как эта штука должна работать. Подождите. Ну, толкай шарта. Стой. Да твою что? Ага. Шаман королевы. Камень с мечом или в данном случае с посохом Виракочи. Да, это оно. Думаешь, это тот же, что мы видели в Тиванако? Существует несколько алтарей, но возможно... Значит, шаман это Мерлин, а посох в нашем случае это... Как же там называли меч короля Артура? Это совпадение. Ха, смешное название для меча. Блин, а как туда не залезть, что ли? Понятно.
Вот тут какой-то маятник висит на чем-то. Нифига. Да? А ладно. Куда тут? Это лестница? Подожди. О, да. Чуть не упустил этот. Куда мы тут хрен допрыгнешь, докуда? Так, здесь какой-то порядок должен быть, нет? Мне туда надо. Механизм. Механизм. Как мне тебе механизм в действие-то привести? Я должен так, пока ты качаешься, как я понял. Как-то... Ну, мне она нравилась. Она была красивой, но давай. Немного мешала. Давай, ну, толкай. Давай. Катим, катим. Колобки, как все в детстве катали. Ой-ой-ой-ой-ой. Закатывай, закатывай, закатывай. Вот уже что-то происходит. Ого! Это наверняка впечатляло местных жителей. Это впечатляет даже меня. Лесенки. А я под лучи встану, мне ничего не будет? Второй надо глаз. Подожди, ты отпусти. Ну, открыли здесь лесенки, да. Как-то так, оп-оп-оп, на лесенке прыгать надо, потом оп-оп-оп, туда. Здесь нет такой штуки, чтоб... Нету, да? Как мне тебя сталкивать? Ой, мне чувствуется, сейчас трудный путь предстоит. Давай. Для начала залезь. Тебя. Подождите. Ну ты что, не можешь запрыгнуть? Ну вот эта штука-то развернулась. Может, я не на ту на... Давайте-ка посмотрим, если я его на ту накачу. Может, какой-то другая какая-то воротина откроется. А, вот. У всего есть порядок. Давай, лезь. Без разницы, да, с какой стороны я зайду.
Значит, порядок все-таки какой-то соблюден. Этот свет должен в глаз попасть. На. Ой-ой-ой-ой. Подожди. Потихонечку слазь. Да ты чё, блин? Дурная баба. Подожди. Вот сюда. Все. О, второй глаз. Правда, конечно, сомневаюсь, что должен сказать, что все я сделано правильно. Это изумительно. Потрясающе, не правда ли? Лесенки оборваны, а здесь, по идее, не надо было так делать. Ладно. Пойдем. Чувствую, я что-то неправильно делаю немножко. Посмотри на нее. Она прекрасна. А то богиня, то ли жрица. Мы были так близко. Так близко. Чудесно, Лара! Этот меч тебе ничего не напоминает? Это его держал Ратлан. Да, а это всего лишь глиняная копия. А это что такое? Острие отломилось. Боже мой! Я и не подозревала, что оно выглядит вот так. Я видела это раньше, в университете Васеда в Японии. Но тогда я не увязала это с нашими артефактами. Дьявол, я немедленно отправляюсь за ними. Его там больше нет. Сега Такамото выкрал его. Такамото? Сейкудзе лучше не связываться, Лара. Меня это не волнует, Зип. Мне нужна эта часть. Устрой нам встречу. Хорошо, но... Подожди, мне тут звонит Аная. Соединяю вас. Лара, ты меня слышишь? Эти ублюдки из города, они здесь. Они спускаются за тобой. Мы в гробнице. Я помогу им устроиться поудобнее. Итак, перестрелка, да, значит, у нас будет? Намечается война. Прости, я не следил за Анаей. Я отвлекся, но кажется, сейчас она в безопасности. Все в порядке. Сообщи, если наши друзья-наемники подберутся к ней поближе. Ясно. Так, на всякий как случай. Как ты намерена вернуться, если пола нет? Значит, я пойду по потолку. То, что по потолку, то я не сомневался. Давай, спускайся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй. Так. А только где мне идти-то по потолку? Тихо. Блин, не то. Вот так. По потолку. А вот вроде как это дыра. Ну давай. Давай, залазь. Будем смотреть. Вообще-то я думал, это маятник, это оказались ступеньки, кстати. Так что, видите, как бывает обманчиво иной раз. Вся эта штука. Не, ничего страшного. Не жалко. Еще раз будем пробовать.
Так, цель. Главная цель, так. Дополнительно вернитесь на поверхность и спасите Аню. Давай. Еще разок. И прыжок. Вот так вот. А как? Как туда перебраться-то? Я точно уверен, что я правильно иду. Так. Мне. Ну-ка, блин. Давайте, давайте, давайте. А может не то. А может оно. Хотя я думаю, там может закладка какая-нибудь лежать. Ну-ка. Контрольная точка. Так, значит, я правильно залез. Это уже хорошо. Так. Куда идти-то? Нет. Ну-ка, вверх. Вверх. Так, а смогу ли я допрыгнуть? Так, сюда я точно скачусь. Хоп. Смог. Так. Это я смог. Смог, смог, смог. А вот здесь-то вроде допрыгнул. Ну да. А там, кстати, не допрыгивал. Почему? Вон что там не хватает. Запчасти этой. Неценная она. То, с чего прыгать, ну это подляна тогда получается, либо какой-то, не знаю, есть другой способ туда попасть. Как-нибудь вот так в окружную, если вот так идти. И оп. Давай, давай, давай. Ты главное держись. И оп. Держись. Давай, 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 давай. Ну и вниз. Раз, два, три. И вот так, я думаю, если туда перебраться, потом тогда подняться и туда, вот так вот. Я почему-то думаю именно так. Я ничего не вижу. А ты? Оно упало? Может, нам повезло? Эх, мне сегодня не везет. Как колено. Лучше, чем мой зад. Но это же не я ошибся. Да, а кто не удержал эту чертову веревку? Она была мокрая. Ага, хрен я там. Я не понимаю, как она попала сюда без веревки по этим скользким камням. Так, тут ничего на них обрушить нельзя. Вот она! Она близко! Огонь! Стреляйте! Блин! Они в броне еще. На. И еще одну аптечку. Фух. Итак, какая-то часть сделана. На. А мне туда вниз надо. Даже не знаю, мне туда зачем наверх. Если мне надо вниз, назад. Вот сюда же они как. Не отвечает. Ага, попали. Может, как. Не работают рации. Наверное, они уснули. Да точно дрыхнут. Сходи проверь. А ты что? Выполняй. Ой. Да вообще не так оно это действует. Заметили? Огонь!
Блин. Давай, где тут? Блин, гранату потратил только. Или тут гранату я взял уже. Непонятно. Единственное, что я понял, что я зашел правильно. Контрольная точка. Сквозь камень прохожу. А, камень разорвало, смотрите. Как сказать, тень осталась от него. Вот тут, кстати, кого-то прибило. Раз осталась граната, значит, кто-то все-таки был. Давай. Подняться или спуститься. Ага. Мне не до конца надо. И сюда. А вы знаете, что тут какой-то злой монстр ходил? И что, может быть, он все еще здесь может обитать? Не знали, да? Ну так я вам скажу. Здесь был злой монстр, который людей рвал на раз-два. Так. Понял, как я могу. Так, у тебя что, другая винтовка? А, нет. Потому что патроны-то мне нужны. Куда-то выше надо, да? Кажется, я видел барса. Трудно сказать. Ягуара. Здесь внизу нет барса. Тогда ягуара. Как скажешь. И еще паука разбил. Да. Кто тут еще остался? Да. Вы что, сами себя подорвали в итоге-то? На. Стреляйте! Блин. Я засёк. Так. Я вас всех победил. Зип, она все еще на связи? Да. Пусть она спрячется под машину. Кто-то идет. Так, ну и кто же там может ходить? Как бы то ни было, на сегодня, я думаю, все. Так что можем увидимся только в следующем видео. Я была права. Это все, что она тут оставила. Она выбралась и ничего нам не сказала? Зачем она скрывалась все эти годы? Может, и не пряталась в прямом смысле слова. Всего лишь не поддерживала контактов со старыми друзьями. Возможно, она нашла или узнала внизу что-то, что решила приберечь для себя. Подписывайтесь на канал. Зип, ты говорил с кому-то? Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Он не хотел тебя видеть, так что я напомнил ему, как сильно ты ненавидишь слово «нет». Я ужасная собеседница. Полагаю, он хочет встретиться на нейтральной территории. Тебе понравится. Он хочет встретиться с тобой в офисе Тору Нисимуры, напротив его пентхауса. Нисимура? Так кому-то не знает, что мы друзья? Нет, все, что ему известно, это что Нисимура устраивает завтра ночью корпоративную вечеринку, и что на ней вы встретитесь. Все лучше и лучше. Ладно, в таком случае я направляюсь прямо туда. Хотя надо еще подумать, в чем я там появилась.